Приготовим голубцы в духовке. Для подливки обжарьте лук, морковь, помидоры, чеснок. Доведите до вкуса. Добавьте ложку томатной пасты, воду, лавровый лист. Доведите до кипения и выключите. Далее к фаршу добавьте полуготовый рис, лук, специи и хорошо перемешайте. Капусту проварите в воде и снимите капустные листы. Отбейте утолщение, если нужно. Положите фарш, заверните. Выложите форму, полейте подливкой. Накройте крышкой или фольгой и выпекайте 50 минут. Голубцы готовы. Всем приятного аппетита!